Рухнувшая кровля, обгоревшие стены и балки. Дом по адресу Пионерская, 19А, заброшен уже не первый год. За это время он не раз горел и теперь находится в совсем неприглядном состоянии. Это здание производственного назначения. Его купил в 2014 году физическое лицо. Оно располагается на землях, на федеральных землях. И данное физическое лицо планировало его реконструировать под какое-то иное назначение. Может быть, под жилье, может быть, под какой-то детско-юношеский центр. Но планы так и остались планами. Как итог, сегодня здание заброшено. Можно предположить, что средств для проведения задуманной реконструкции пока что не хватает. Кроме того, заброшенное здание стало объектом внимания подростков. Мимо проходящие школьники и молодежь, они, естественно, обращают на него внимание, залезают в него и устраивают беспорядки. Администрация города неоднократно обращала внимание собственника здания на то, что нужно содержать здание в надлежащем состоянии. Он реагирует, но, тем не менее, оно ветшает. 5 лет назад в администрацию города было направлено обращение об аварийном состоянии дома. Комиссия по осмотру здания составила акт осмотра, по которому собственника обязали привести объект в надлежащее состояние, провести техническое обследование. Было предписано сделать капитальный ремонт, если собственник хочет сохранить дом, а также обеспечить безопасность населения и окружающей среды. Но за 5 лет здание обветшало еще больше. В этом году произошел пожар на здании. И, по моей информации, там велось следствие. Сейчас в судебном порядке будет взыскиваться какие-то средства на восстановление здания. После уже пожара администрация направила предписание собственнику на то, чтобы он оградил здание, установил ограждение для ограничения доступа и занимался восстановлением здания. Если здание будет полностью разрушено, собственник потеряет на него права. Сейчас у дома уже нет крыши. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.